взять солому для изготовления грибных блоков. То есть, естественно, вот тут берется солома. Для изготовления грибных блоков подходит как пшеничная, так и овсяная, так и ячменная, в общем, любая солома. На вопрос отвечу, можно ли использовать для изготовления блоков сена. Нельзя использовать. При варке оно сбивается в одну такую большую кучу, мицелий не будет иметь возможности там прорастать. Сейчас именно вот сезон лета, идет заготовка пшеницы, других зерновых культур. Мелкие фермеры, в основном для них вот эта солома, ну, сейчас вот в большинстве, она для них просто как мусор. То есть надобности ее собирать у них нету, или там, если собирают, в очень небольшом количестве. А эту солому ее нужно собирать, потом сжигать. Экологические службы борются с этим, потому что сжигать вообще запрещается, и сжигание вот этой соломы, оно не идет на пользу, ну, на этой земле. Поэтому, ну, другой возможности как-то это утилизировать нету, и поэтому мелкие фермеры ее просто выбрасывают. Значит, если вы обратитесь к тому, у кого есть такая вот солома, они с превеликой радостью вам отдадут ее для того, чтобы вы ее забрали и будете использовать ее для изготовления своих грибных блоков. Что же касается, например, меня, то я обычно заготовку вот соломы веду там не мелкие фермеры, это небольшие такие объемы, это можно просто во время сбора пшеницы попросить у комбайнов, которые работают где-то на фермерском поле, оставить несколько покосов, потом взять тюкач, они заготовляют вот эту солому в тюкованном виде, ее так проще вести учет, расчет, сколько необходимо будет нам для посадки грибов, и так ее проще складировать и хранить. Вот таким вот образом, где-то в этот летний период вы должны заняться тем, во время планирования заготовить этот материал, сколько вам его будет необходимо для дальнейшей работы. То есть это будет 10 тюков, или 20 тюков, или 300 тюков, или 3000 тюков. Соответственно, кроме всего того, что его нужно будет заготовить, его нужно будет где-то хранить, где-то складировать. Поэтому эти все моменты нужно учитывать в дальнейшем при планировании вашей деятельности, чтобы не сложился такой момент, что вам хватит вашего сырья ровно, например, до Нового года, а после Нового года у вас просто закончится вот солома, и дальше не будет из чего изготовлять вот эти блоки. Ситуационно прикупите где-то, у вас просто-напросто так не получится, потому что если кто-то и заготовляет какое-то количество вот этих тюков, то он заготовляет ровно столько, сколько будет использовать там в процессе своей деятельности. И, скажем, излишков таких вот не бывает. Излишки появляются летом, в летний период уже свежий урожай. То есть такой вот момент, что просто исправить ту ситуацию, если у вас не хватило вот этих тюков, то будет непросто. Потому что тот, кто себе заготовил какое-то количество, там 15, 20 или 50 штук, ему она нужна для своих личных целей. И в излишке это никто не делает, потому что стоимость, опять же, этого, для того, чтобы их упаковать в эти тюки, она стоит каких-то денег. Естественно, что никто какие-то лишние деньги в перспективе на то, что вы будете у него покупать, естественно, не вкладывает. И вот такой вот момент. Так что хорошо планируйте, рассчитывайте, какие объемы вы будете производить, то есть грибных блоков. То есть это четко вы себе должны представлять, это будет 10 блоков, или это 1000 блоков, или 100 тысяч блоков. Вот. И, соответственно, этот материал вам нужно будет рассчитать и самому как-то заготовить, потому что в дальнейшем исправить там недостаток вот такого сырья будет довольно-таки проблематично.